Напомним, не так давно член Совета Федерации Леонид Лебедев досрочно сложил с себя полномочия. Кроме того, в сентябре истекает и срок полномочий Константина Косачева, сенатора от исполнительной власти республики. Выборное законодательство предписывает кандидату на пост руководителя региона идти на выборы в связке с тройкой претендентов на должность сенатора Верхней Палаты Федерального Собрания. Сегодня Михаил Игнатьев, о намерениях которого идти кандидатом на выборы главы республики уже известно, прокомментировал возможные политические варианты. Леонид Лебедев был сенатором от Госсовета Чувашии. С некоторых пор представлять законодательную власть региона в Совете Федерации может только депутат соответствующего представительного органа. В Чувашии это Госсовет. В течение месяца после появления вакансии должна быть названа новая кандидатура. Вакансия – это прерогатива Государственного Совета Чувашской Республики, поэтому вмешиваться в вопросы законодательного органа Государственного Совета я, с одной стороны, как бы людям кажется, имею право, но это право Государственного Совета. Я думаю, они мудрые, справедливые решения примут. Что же касается кандидатуры, предлагаемой главой Чувашии, Михаил Игнатьев с выбором определился. К сведению могу сказать, что в федеральных средствах массовой информации наш уважаемый перепрезидент Чувашской Республики Николай Васильевич Федоров будет идти от кандидата на должность главы Чувашской Республики. Здесь я могу сказать, я сам, как кандидат будущий, буду просить его, чтобы он дал свое согласие на члена Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, с учетом его заслуг, с учетом его авторитета.